Ребят, а вы уверены, что это была хорошая идея в последний день лагеря пойти так далеко гулять? Нет, это офигительная идея. Это же последний день в лагере. Это традиция изведать в нем все, а особенно его густые леса. Вы сейчас в школу пойдете, что там будете скучать? Погнали. А это эмоции новые. А если мы потеряемся? Вы не забывайте, что нам еще вещи собирать. А то вдруг сейчас все без нас уедут, а мы здесь останемся. Да ты че, без нас не уедут. У них там списки есть. О, смотри, какое повальное дерево. Погнали туда. Погнали. Ребят, слушайте, мы с Соней вообще не хотели идти гулять с пацанами в лес. Причем я не думала, что мы так далеко зайдем. Пацаны хоть и сказали, что не надо переживать, что все хорошо будет. Но я все равно очень волнуюсь, что с нами что-то случится. Поэтому, пожалуйста, досмотрите этот ролик до конца. Мало ли что. Свет, ты идешь? Иду. Ребят, ну, по-моему, мы уже очень далеко зашли. Давайте вернемся. А, ладно, ладно, пойдемте обратно. Ну, пошли. Не, нам точно туда, я говорю. Погоди. Или нет? А может туда? Так, Дим, подожди, ты говорил, что ты этот лес знаешь, как пять своих пальцев. Вы что, не помните, откуда мы пришли? Да не переживайте вы, что вы здесь панику разводите? Сейчас мы с Димой разберемся. Мы пришли сейчас оттуда. Ветер дует оттуда. Солнце там. Так, все, я понял, нам туда. Ошибка. Нам туда. Туда. Туда, я тебе говорю. Пойдем туда. Ребят, вы точно знаете, куда идти? Конечно, мы же по звездам ориентируемся. А, ты туда же, по-моему. Пойдем туда. Нет, мальчики, что происходит, а? Я это место первый раз вижу. А вон там, по-моему, мы были. Происходит? Мы идем в лагерь. Вот что происходит. Вы чего паникуете-то, а? Мы же заблудились, да? Заблудились? Да нет. Никто не заблудился. Сейчас мы клич подадим. Все лесники его знают. Ха-ха-ха. Ясно. Мы заблудились. Ну, может быть, только чуть-чуть? Да. И что вы делаете? Ждем, пока нас спасут. Нечего никого ждать. Мы вот и пришли вас спасать. А что? Давайте просто по навигатору посмотрим. Давайте, заходите. Вот вы именно. Вы сказали, что телефоны не нужны. Это отвлекает от духа лагеря. Девчонки, ну первое правило жизни. Доверяй, но проверяй. Надо было брать. Ладно, так. Дим, чему нас там учили? Мы все-таки 3 месяца в лагере были. Помху, как определять? Ну, есть один вариант. Идти по зову сердца. Например, вот туда, просто прямо. Куда-нибудь точно выйдем. Пошли. Девчонки, пошли. Мы никуда не пойдем. Ну, и оставайтесь здесь. Я вот ему доверяю. Ладно. Пойдем. Пойдем. Ребят, ну нас подождите. Наконец-то! Лагерь! Ага. Погоди, а где все? Ребят, никого нет. Здесь же палаток 100 было. Ну, может, они на прогулку пошли вместе с палатками. Да, конечно, они все уехали. Да как они уехали, если палатка вожатого вот здесь стоит? Мы не могли опоздать. Вот сейчас и проверим. Вот как раз наши портфели. Где там телефончик? Так. Сколько времени? 13:15. Ну? Автобус уехал в 12:40. Да не, он может еще не уехал. Вот именно. Успеем. А рюкзаки не китов. Соня! Офиг! Меня подождите! Да ну! Он же вот здесь нас должен был ждать! Ребят! Я не могу больше. Пойдемте, пожалуйста, обратно. Там хотя бы есть где сесть. Какой обратно? Нужно по дороге идти. Да все, он уехал, Никита. До ближайшей остановки минимум 50 километров. А сейчас еще и сентябрь. Темнеет рано, мы заблудимся и вообще непонятно, где окажемся. Лучше вернуться в лагерь безопасный. Полностью согласна. Тихо. Идем в лагерь, ребят. Нужно отдохнуть. Отдохнешь. Ребята, может завтра какой-нибудь автобус приедет? Ну не могли же они про нас забыть, да? Да, блин, не могли. О, Светочка, садись сюда, отдохни. Рюкзачок. Ну, с рюкзаком ложись, да, правильно. Так, ну что делать теперь будем? Сейчас самое главное не паниковать. Нужно осмотреть территорию, что осталось. Может, кто-то остался. Ребята, у нас связь-то хоть есть? Связь, точно? Связь нужно проверить? Точно, у меня нету. А ну-ка. Можно же вожатому позвонить, да? Только нужно повыше, наверное, поднять, чтобы связь появилась. А почему тогда, когда в лагере все были, связь была у всех? Так ты что, забыла? Здесь огромная антенна висела. Усилитель сигнала.
сигнал, поэтому и связь была. По деревьям здесь не залезть, ветки тонкие. Ребята, давай сейчас смотрим палатку вожатого. Точно. Они же у нас чипсы забирали. 100% у него там все лежит. Главное, чтобы аптечка была, и со мной не забудьте поделиться. На, держи, вода. О, уже хорошо. Так, лед есть. Не замерзнем ночью, отлично. Это что такое? О, куртка, штаны. О, это же камуфляж, чтобы стать невидимым, чтобы нас никакие животные не съели. Веревка. Пригодится в хозяйстве всегда. Это что такое? О, фонарик. Проверь, работает? Работает. Это какой-то радиоприемник, ребят. Это не радиоприемник, это шанс выбраться нам отсюда. В смысле, а как? Ну я в фильмах видел, что его настраивают и спасатели вызывают. Ну так давай покрутим. Радиоприемник второго класса. Здесь вот есть маленькая инструкция. О, антенна. А ну-ка доставай. Свет, свет, мы, кажется, нашли способ выбраться. Мне показать. Блин. Питания-то нет. Ну, сейчас это, генератор включим и в розетку воткнем. Его увезли. Ага. Я посмотрю, что еще здесь осталось. Никит, посмотри, может, батарейки есть. Еще один камуфляж. О, еще один плед. Аккуратней, радио сломаете. И шишка. Батарейки посмотри, Никит. Да нету там батареек, зато еда есть. О! Это же мои чипсы, которые я с собой привез. Да тут куча всего нашего. Ну что, перекусим? Стой, стоп! Мы вчетвером остались одни в лагере. Помощи нету, связи нету. И ты хочешь прямо сейчас всю еду слопать? Ну отдай, Дима! Дима, ну одну пачку, Дима. Пожалуйста! Нет, Дима, она права. Мы неизвестно, сколько можем здесь продержаться. И еду нужно экономить. По 5 чипсинок каждые 20 минут. На каждого. Ну согласна, да. Ну, Свете можно 4, она маленькая. А мне тогда 7 за ее порцию. Перебьешь, я с Соней поделюсь. Это тебе. А мне? Это тебе. И мне. Это тебе, а это мне. А это мне. Закончен. Блин, когда еды так мало, она как будто 100 раз вкуснее. Еще и на природе. Интересно, что там еще есть? О, точно, мы же не все осмотрели. Может, там еще еда какая-то? Реально. Целых 3 жилета. Ребят, смотрите. Дима! А ну, отошел, откидывай, быстро! Так, Соня, еду мы прячем. Мы спим в палатке, мальчики будут на улице спать. Блин, девочки, как круто, что жилеты нашли. Пойдемте на озеро чилить. Точно! Чего? Погнали на озеро! Погнали, только вы на сегодня свой запас еды съели. Обалдеть! Красота! Сколько раз мы тут купались? Ребят, смотрите, что тут есть. О, лодку оставили, кайф, сейчас поплаваем. Вы же помните, как нас учили на лодке в лагере плавать? Конечно, помню. Давай, Дим, бери. Конечно. Вы что, на лодке собрались туда? Конечно. А ты что с нами? Там как раз на 4 место. Не-не-не, я не пойду. Да ладно, да все в порядке будет. Парни профессионалы. Ага, профессионалы. Я в воду не пойду точно, Лапа. Свет. Ну ладно, все веселье пропустишь. Мальчики, я с вами. Давай нос опускай. Оп. Ребята, может, стоило ее сначала привязать к чему-то, чтобы она не уплыла? Не уплывет. Если что, Дима за ней вплавь пойдет. Вот так. Можно садиться. Давай, Свет, ты первая. Ой-ой-ой. Как будто в первый раз. Потом это на камень. Свет. Весь лагерь так спускались, а сейчас что-то не нравится. И туда. Туда? Да. Давай, Дим, второй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, давай, Никитос. И я. Отлично. Веслом оттолкаем от берега. Оп, и поплыли. Погнали, погнали. Оп-оп, Свет, давай греби. О-о, пошли, пошли, пошли. Нормально. Никит, о, Никитос, давай. Не в ту сторону гребем, надо в одну гребсти. А что-то мы просто крутимся на месте. Сейчас задний ход пошел. Оп, оп. Только не надо на меня брызгать, аккуратней. Так, Никитос, а ты что отдыхаешь? Так круто на самом деле то, что еще никого нету из вожатых. И никто нам не может сказать, что мы что-то не то делаем, то нельзя, то не это. Ребят, как тут красиво!
Сейчас Света смотрит туда, куда наслаждается видом. Может, это мы немного пранканем? Блин, а давай. Света, Света! Это что такое, ребят? Я плавать не умею! Света, это морское чудовище! Перевод. Быстро, к берегу, ребят, я плавать не умею, к берегу, быстро! К берегу, Света! О, гребем, гребем! Эй, сюда! Зачем мы эту лодку вообще пошли, они даже и управлять не умеют. Паш, к тому берегу. Что, я с ними туда не влезла? Пожалуйста, давай. Давайте быстрее к берегу, я вас умоляю. Да все, все. Оп, и... Все, прибыли. Ясно. Все. Давай, Света, аккуратно. Теперь я не еду. Давай, ты теперь. Отлично. Я больше с ними кататься не буду. Они знают, что сделали? Они лодку хотели перевернуть. А я тебе говорила. Я плавать не умею. Да ладно, весело же зато было. Выглядело это не очень весело, ребят. Пойдемте в лагерь. Ну, пойдем. Да ладно, чего ты, веселуха была. Сонь, ты зря не пошла. Вот поэтому и не пошла. Повеселились теперь и перекусить бы. Света, тащи чипсы. Ага, сейчас, свою порцию съели, обойдетесь. Да какой мы там взяли одну лишнюю чипсинку? Я вообще половинку. Пол пачки слопали, совести как не было. А знаете что, а не нужны нам ваши чипсы. Мы мужики, мы охотники. Мы сейчас сами себе всю еду найдем. Оленя поймаем или там белочку какую-нибудь. Потом обалдеете, когда мы вечером будем стейк из оленины кушать. И шашлык тоже. А у вас слюнки будут течь. Муфляжик как раз для охоты. Да пожалуйста, идите, все равно у вас ничего не получится. А вы, пока мужчины идут охотиться, порядок здесь наведите в лагере. И тогда, может, мы подумаем, чтобы с вами поделиться. Ай, тоже мне охотники. Пуху, пуху. Нужно думать как зверь, чтобы поймать зверя. Правильно. Наконец-то они свалили. Mm-hmm. Я вообще не понимаю, зачем тут прибираться? Тут везде шишки валяются. И так все в порядке. Мы спим в палатке, пацаны на улице. Да, конечно, Свет, ничего мы не будем делать. Так. Дим, слушай, а здесь точно никаких кабанов не водится? А то они же могут еще нам отпор дать. Кабаны? Да вряд ли. Если чего нам их бояться? Лягушка! Блин, ты чё так пугаешь? Блин, Никитос, а может мы это обратно в лагерь вернемся? Реально, погнали там отсюда. Там как-то лучше. Безопасней. А, еще одна лягушка! Блин, как же все-таки хорошо, что у меня яйца вареные с собой были. Да, это отлично, Света. Вы чего? Да так, ничего. Как-то вы рановато с охоты вернулись. Чего, ничего не поймали, да? Ну, конечно, ничего не поймали. Чего это ничего не поймали? Вообще-то мы гнались за белкой. Она шустрая была. А потом кабан тут выбегает, белку защищает. А я ему хук снизу так. За рога его так перекинул. Мы смотрим в глаза, а ему... Жить хочется. Жить хочется. Мы ему сказали, беги. И кричали, чтобы он убежал. Думали, что лучше голодными останемся. Ну, зато честными. Да. Не то, что вы вот куриные яйца едите. Поделитесь? Ребят, ну вы же добытчики, сами хотели сначала мясо поймать. Может, рыбу сможете поймать себе? Точняк! Еще рыба есть. Мы скоро вернемся. Мы это и хотели сделать. Сейчас вот такого сазана поймаем. Кстати, что-то тут грязновато. Вы что, не убирались, что ли? Ребят, а у нас все убрано в палатке. Это ваша территория. Эх, бездельницы. Ну ладно, погнали. Но сама. Эти мальчишки. Угу. Так. Я на канале Рыбалка 24 видел. Веслом один разочек, пум, попал. Она сама к тебе всплывает. Реально, так рыбу можно ловить? Я думал, на удочку надо. На удочку ловят простаки, которые ничего не умеют. Я тебе отвечаю, мы руками ее сейчас поймаем. Давай, залазь первый. Залазю. Блин, Соня, я переживаю. Они постоянно в какую-то передрягу попадают. Помнишь, как они хотели сходить в магазин, а в итоге от гусей бежали? Да, помню. Слушай, ну пойдем присмотрим за ними. Проследим незаметно. Ща, у меня где-то тут был бинокль. Света, ты же вожатого. Сонь, он же уехал, значит, забыл. Значит, это наше. Ладно, пойдем быстрее, они сейчас далеко уйдут. Давай, 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 давай.
гребем, гребем. Девчонки эти думают, мы ничего без них не можем. Сейчас вот туда, на середину озера выплывем. Там рыба вот такая водится, я видел, ловили. Ты тоже смотри, просто мало ли будет проходить. Вот здесь вот раз пошла, мы ее... Опа! Саня, ну что, у них там что-нибудь получается? Да нифига у них не получается. Сидят веслами, размахивают, я не понимаю, что они делают. Можешь нормально гребсти, Никита? Ты в эту сторону греби, а не в ту. Ты прикалываешься! Ты вообще лодка не умеешь управляться, сейчас вообще иди отсюда. На счет три. Раз, два, три. Оп! Раз, два, три! Оп! Раз, два, три! Тихо, 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 не греби, не греби. Подожди, просто. Надо вот так сделать, чтобы она подумала, что корм кидают. Опа! Опа, давай, давай, за ней! Все, уплывай! Я ее укушил! На! Ой, вон уплывай, за ней! За ней! Вон она! На уж! Под лодкой уплыла! Я сейчас рукой попробую! А, где она там? Блин! Не достал! Я, походу, тоже рыбу вижу! Да ничего они не поймают, Свет! Все нормально у них будет, пойдем обратно. Идем. Дерево, на! Ты чё, какая невезуха, уже 2 часа плаваем и ничего не получилось. Ой, ты чё наделал? Я, походу, проснул лодку где-то. Капец, давай, затыкай пальцем. А чё-то дырка слишком большая. Давай к берегу быстро плывем на счёт 3. Поехали. Я уже чувствую, она сдувает. Димон, Димон, давай быстрей! Грибу, ты тоже греби! Сдут и тяжело грести! Давай, давай, греби, греби! Греби, вон на берег уже! Соня, ну что, батарейки подошли? Да, подошли! Теперь у нас будет музыка Света! Фух! Чё, девчонки, музыку слушаете? Ну что вы, горе-рыбаки, поймали хоть какую-то рыбу? Ну, у нас для вас 2 новости. Одна хорошая, одна плохая. Так, ну давайте с плохой начнем. Плохая – это то, что мы рыбу не поймали. Кто бы сомневался. А хорошая? А хорошая – то, что мы все вместе в лагере. Вы вот молодцы, батарейки нашли. К радиоприемнику. Ладно, кушать хотите? Хотим. Мы там столько плавали, устали. Что, целую пачку можно? Нет, каждому по чипсинке. Ну ладно. Эй! А почему нам по одной, а ей целый год? Потому что вы рыбу не поймали. Я тут делами занималась, пока вас не было. А мы батарейки нашли к радиоприемнику. Да. Кстати, мы же можем помощь позвать. Точняк. Сейчас главное найти волну. Я надеюсь, он же не в нашем лесу скрывается? Да не, точно, точно не в нашем. Мы же здесь одни, правда? Ну, конечно, вот только мы вчетвером. И больше никого, правда же? Так, ребят, медлить нельзя, так быстро собираем все и валим на остановку ближайшую. Какую остановку, Свет? До нее 50 километров бежать. Тем более уже темнеет. А, я знаю, тогда на озеро, на лодке переплывем. Не, вплавь не вариант. Да почему? А мы вам забыли еще одну плохую новость рассказать. Вы что, лодку утопили? Ну нет, не утопили. Просто чуть-чуть проткнули, она сдулась. Тогда я вплавь. Нет, Свет, стой. Вплавь вообще не вариант. Ты устанешь и в итоге не доплывешь. Все, Свет, сядь и успокойся. Ребят, в лесу точно оставаться нельзя. Тут преступник, брат. Соня, быстро в палатку. Да не факт. Ты знаешь, сколько много лесов? Да это ерунда, девочки. Лес большой. Он нас тут не встретит даже. Тем более мы вас защитим. Мы же защитники, мужчины. Защитники. Вы уже и охотниками сегодня были, ничего не сделали. И рыбаками были, ни одной рыбины не поймали. Не нужна нам такая защита, поняли? Соня, тут опасно, быстро в палатку залезай, а вы нас охраняйте. Девчонки, девчонки, подождите. У нас есть еще варианты. Какие? Ну, мы можем сделать самолет. Да, например, так. Глупые варианты, думайте еще. Соня, давай закрывай. Мы можем построить корабль. Построить плот. Плот мы точно сможем построить. Плот мы сможем. Как вам идея? Так. Из чего? Действительно.
Ну вот вы сначала постройте, а потом поговорим. Потому что вы сегодня ничего нормально сделать не можете. А, понятно. Вы тогда здесь одни остаетесь, а мы идем строить плот. Не-не-не-не-не-не, какое тут? Я с вами. Может, оружие какое-то с собой взять? Нет. Чипсов лучше возьми. Соня, я взяла. О, я его, если что, фонариком оглушу. Все. Давай сюда бревно. А вы сейчас знаете, как его делать? Вы делали раньше хотя бы? Конечно, плот, в мультиках видели. Нифига себе, мы не то что делали. Мы на плотах плавали раньше. В курсе, вам даже веревки не хватит. Это что еще не хватит? Это тебе не хватит, если ты будешь делать. А нам всего хватит. Может, нам тогда с Соней на бревно сесть, а вы сами пока сделаете? Но да, лучше не мешайтесь, девочки. А здесь мужчина настоящий. Нет, мне кажется, у них ничего не получится. Любимое занятие Петра Первого – кораблестроение. Тебя случайно не Петр зовут? Вот так вот балочки сюда. Это нафига? Ну, чтобы скрепить все вместе. Ты чего прикалываешься? Ты что, не знаешь систему, как это работает? Дай просто мне вот эту. На. Слушайте, ребята, каков шанс у ребят, что они смогут построить этот плот? Мне кажется, что они ничего не смогут. Давай вот эту сюда. Вот сюда ее. Завязывай покрепче, потуже. И вот это финальное. Девочки, почти готово. Кто первый вплавь пойдет? Не-не-не, давайте кто-нибудь из вас первый. Вы строили, вы должны проверить ее первыми. Все да, честно. Да. Шикарно. Теперь вот так. И вот так. Сюда думаешь сразу? Конечно. Думаешь, что тут протянуть? Нет. Чтобы крепче было, а то развалится. И так все нормально будет. Давай сейчас веревку сюда. Затягиваю. Все, последние две, Никитос. Давай. Вот здесь между ними. Все, 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 девочки, финальная. Сейчас уже можно будет. Че-то я не доверяю их плоту, если честно. Поплыли. Первый спуск на воду. Кто будет летчиком-испытателем? Чур не я. Чур не я. А, вместе хотите? Сейчас давай аккуратно спускаем на воду. Раз, два, три. Шикарно! На нем океан можно переплыть. Вы уверены? Конечно. Я возвращаюсь в лагерь. Пусть там этот преступник, не преступник, я лучше в палатке буду. Подожди, подожди, если не там лучше начну. О, плывет! Эй, он уплывает, а не плывет. А, Никитос. Я тоже в лагерь. Света, подожди. Ты, девчонки, мы куда? Сейчас достанем. Эх, ладно, я тоже в лагерь. Вы чё, ребят? Все будет нормально. Лагерь так лагерь. Вообще хорошо поплыл. Лучше я буду в лагере, чем там с ними на плоту. Ой, а что здесь произошло? Сама не понимаю. Что, смотрите. А вы чё такой бардак навели? О, а чё вы такой бардак навели? Может, ветер был сильный? Ребят, а это чье? Ну, того человека, который любит в полоску ходить. Подожди, это... Может, это тюремная это, да? Форма. Смотрите, тут номер даже есть. Форма преступника? Получается так. Это значит, что он тут был. И значит, он где-то неподалеку находится. Мне кажется, сейчас хорошая идея куда-нибудь подальше отсюда убежать, взять все самое необходимое. Давайте быстрее вещи берем, увалим отсюда. Идея бомба, я возьму самое важное. Ребят, да какая еда, нам сачок нужен. Самое главное, еда и вода, чтобы от обезвоживания это не страдать. На, тащи. А сачок зачем? Мы рыбой будем. А че вы молчали, что у нас сачок есть? Ребят, давайте быстро, быстро валим отсюда. Берем все необходимое. Рюкзаки, бинокль. Бинокль взял. Все, побежали. Мало ли, он еще близко. Быстро. Куда бежать? Бежим. Быстро, быстро. Бежим, ребят. Ну, давайте. А что это за место? Не знаю. Мы никогда сюда не приходили. Ну-ка, давайте внутри посмотрим, что там. Давайте, ребят, вы, наверное, первые пойдете. Да, вот Соня смелая. А я вот здесь посторожу. Наш приемник! Приемник? Наша еда!
Да тихо, не надо, Никит, мало ли что он сделал с этой едой. Конечно, полпачки уже съел, сделал что-то. Ребята, вы не думаете, что это его логово, где он может прятаться, а? А может, это вообще ловушка? Да не, его здесь нету. Мне кажется, тут вообще небезопасно оставаться, надо валить отсюда. Да-да-да, давайте свалим. Он сейчас вернется сюда. Никитос, что думаешь по этому поводу? Нифига, его надо поймать. А зачем-то поймать? Можно просто свалить. Да. Ага, и ждать, пока он нас поймает, и бояться все время, это вы хотите? Нет. Вот именно. Поэтому мы сами его поймаем. А какой план? Как мы его ловить будем? Нужна приманка. А чего вы на меня смотрите? Ребята, вы уверены, что это хорошая идея? Тихо ты. Не шуми. Молчи. Все хорошо, все хорошо. А может, вы просто перепутали, и он уже ушел? Ребята, он здесь! Он здесь! Связывай! Все, глаза закрывай! Держу, держу! А ты, ну чё, попался? И чё мы с ним делать будем, а? Чё-чё, ну давайте полицию, наверное. Вы слышали? Эй, вор! Чё ты там прячешь? Ну-ка. А ну-ка, показывай! Ой, нащупал, нащупал! Рация! Ах вот ты, сырник вредный! У тебя была рация! А ты там не сказал? Быстрее поймай, волну, может, подмогу вызови. Подождите, во-во-во! Правый, правый покрути! Чё, у меня всё тихо пока, тихо. Не то что-то. Прием, прием! Экстренная служба, вам требуется помощь, если хочешь. А, прием, прием! Да, нам требуется помощь! Четыре человека в лесу! Прием! Раньше лагерь здесь был! И преступник еще с нами! Прием! Мы поймали! Привет! Высылаем за авиавертушку! Выйти на открытую местность! Преступником мы займемся сами! Поняли! Вы наши спасители! Спасибо! Прием! Пойдем на дорогу быстрее! Выезжай! А этого что, тут кинем? Сказали же, оставить, с ним разберутся! Мы же его связали, он не убежит! Он никак не убежит! Так, открытую площадку! На дорогу быстрее!